Всем привет, друзья! Снова очередное видео с обзором. У меня сегодня что-то очень странное. Я еще сам не знаю, что это такое, я не открывал. Думаю, вы видели, что на Алиэкспрессе появилось очень много вот таких вот крестоносцев. Прям реально очень большое разнообразие. Я их еще не собирал, потому что, пока, не знаю, руки не дошли. И появились к этим крестоносцам лошади. Лошади бронированные, вот как на ледовое побоище. Давайте я открою. Я пока купил только одну, вообще чисто для пробы. Посмотреть, что это такое. Что у нас есть в комплекте? Есть лошадь обычная. Так, подставка. Сейчас мы поставим лошадь на подставку. Так, и что это? Не понимаю. Так, это, видимо, на морду. Да, это на морду. Это, видимо, на уши. Здесь... А, точно, да, это на уши. Прикольно. Так, попона. Или как это называется? Это, видимо, сюда. Так, значит, спереди что-то должно быть. Так, родненькая, как тебе? Блин, что это? Как это? Тут прям целый пазл-квест. Так, так. Да, то есть голова у нее опускаться не будет, иначе все будет слетать. Возвращаем на уши. Так, броня. Да что ж такое-то? Хоть наклей сожги, кстати. Вариант. Да, интересно выглядит. Теперь вот эта фигня. Сюда, видимо. Так, а это куда? А, да, действительно, это выглядит вот так вот. Как бы странно это не выглядело. А выглядит это именно вот так вот. Достаем коробочку, которую я не открывал несколько лет. Отсюда мы возьмем... Так, это у нас тамплиер. Тевтонский орден. У нас... Я здесь и не вижу. Значит, это госпитальер. Ну ладно, давайте возьмем вот этого с красненьким крестом. И суть какая, значит, этой лошади, что мы отрываем ноги у фигурки. Ух ты, сколько же я не открывал, она же засохла. Не лопнула, ничего. Так. Да, эту древность я прям не трогал очень давно. И теперь мы, получается, как в юбку сюда вставляем. Ноги дальше вот сюда. Правильно? Да. И фигурку сажаем. То есть вот такая вот сложная схема, но зато выглядит очень-очень реалистично. Обалдеть! Слушайте, да, для ледового побоища вот что нужно. Ну и вы меня спрашивали, почему я не делал ледового побоища. Видимо, я ждал этого. Это шикарная вещь. Жалко только, что у лошади, немножко ходит. Нет, немножко можно будет показывать, как будто она бежит. Совсем чуть-чуть. Ну ладно, разберемся. Отличная лошадь, вернее, накидка, броня на лошадь, как это правильно называется, без понятия. Выглядит мега офигенно. Я, повторюсь, взял только одну на пробу. Соответственно, в реальном ледовом побоище рыцарей было человек 20. Соответственно, мне для визуального эффекта 10 выше крыши будет. Наверное, сегодня-завтра закажу. Когда они придут, не знаю. И не факт, что ледовое побоище будет у меня перед Невской битвой. Я вообще хотел бы Невскую битву, наверное, первую сделать. И потом уже, как продолжение про Александра Невского, делать ледовое побоище. Подумаю, ладно, с планами. Но мега крутая вещь. Вот с этими лошадями китайцы придумали. Такого я нигде больше не видел. Молодцы они, что сказать. Если кто не в курсе, что такое на Алиэкспрессе есть, то ссылка будет в описании. Там есть под все лошади, то есть с разными крестами, с разными эмблемами. Дофига китайцы их наделали, и на крестовые там разные походы, и на докрестовые, и послекрестовые. Стоп, не может быть крестоносцев, докрестовый поход, конечно, бред сказал. Они появились-то не сразу, эти все ордена, они появились снова уже там после первого. Но зато есть такие же лошади с эмблемами другими
просто там с британскими, там со львом. Ну, короче, много чего интересного, так что ссылка будет в описании. Смотрите, может быть, даже 2-3 ссылки, потому что это все из разных магазинов. Иногда у одного нет, нужно смотреть еще. Я 2-3 оставлю именно для ценителей вот этого всего рыцарского. Так, все, с этим я завершаю. Обзор был очень короткий, пробный для себя. Посмотреть, что это за фигня. Фигню посмотрели, фигня шикарная. Ну и на этом будем прощаться. Все, до новых встреч на канале. Всем удачи, счастливо, пока.